Бля, куча места в машине, я жаловался. Они будут тебя закидать. Доброе утро. Пистолет привез? Я Олег тоже привез пистолет. Это он первый раз одевает. Здесь работает очень хорошо. Насик. Будут территории, бронированные автобусы. Пока Марина не видит. Ты берешь трех водителей, реконда четырех. Сложная логистика на маршруте. Ее не можно ехать. Все вместе перед выездом, чтобы понять, никого мы не потеряли, чтобы потом в конце свериться, нет ли лишних, или как бы не потеряли никого. Меня не фотографируют. Да, эти конфетки. Витко, шоколад! Да, окей. Стану свое. Вахат, вахат! Учебный день, а ребятишки не занимаются. Наши двухколесные братья. Встреча байкеров различных категорий. Чтобы скрыть-то. Что-то случилось? Да, у Яника пылесос пустит. Я подкачал немножко, вызову нормально, а потом... Не, Пашка устраивается на ночлег, я так понимаю. Самоубийца. Отдает Пашку. Не понял. Видите, белое, это не снег, это пена, которая вот есть в этой, видимо, вонючей водичке. Это на Халькидрон. Воды текут с Иерусалима и впадают в Мертвое море. Улыбайся, Йоник, улыбайся. Мы поднимаемся к монастырю Марсава. Это они сагарты. Так, давай мне Игоря, я хочу с Игорем. Давай. Игорь, давай сюда тоже. Стенки не видно.
Не, мы так не можем героически ездить. Но это потому, что надо спорт. Нет, да после небольшой тренировки это получается. Знаете, отцы, когда... Спасибо. Знаете, когда я был 12 лет, моя карьера велосипедиста закончилась. Потому что по дому начали лопаться крыльки, покрышки. А в то время советских покрыть нельзя было. Крышки стали намного крепче. Попробуйте еще. Если на один велосипед будет меньше, значит я уже попробовал. Нельзя фото, пожалуйста. Остаться здесь, да, пожить. Можно. Монахам особенно разрешают. Монахам и мирским только, ну кто с монахами, со священниками, если кто приехал, может пожить. Да. Можно пожить какое-то время. Да, да. Значит, если вы священник, надо вам разрешительную грамоту от Аристарха, от Владыки Аристарха. Хорошо, я понял, да. Ну ладно, все. Спасибо, Господи, очень, Роман, спасибо. Это гробница, да. Можно зайти? Пожалуйста. Подвиг, значит, в том, что он жил, терпя многие лишения, испытывая опасности. Жил, значит, он 10 лет в монастыре у себя на родине, в Каппадокии. Значит, потом он пришел сюда, на Святую Землю. А вы сами откуда родились? Где вы родились? Я в Сибири родился. А где именно? Я в Сибири. Да, я в Сибири. Земля. Ну это ты, а? Меня не фотографировали, а сур. Лис. Полторы тысячи лет уже здесь продолжается монашеская жизнь. 5 раз сюда приходили варвары и убивали всех монахов. Но, несмотря на это, всякий раз, когда варвары покидали эти места, на место убиенных монахов приходили новые, восстанавливали монастырь и продолжали здесь подвязаться, вести монашескую жизнь. Умер святой Савва в 533 году. Был похоронен вот здесь, на этом самом месте. В этом гробу его тело лежало 14 лет. Через 14 лет гроб открыли и обнаружили его мощи нетленными. Вот. Тогда его причислили к лику святых и переложили его из этого гроба уже вот сюда, в этот храм. Храм этот был построен также святым Саввой. Дата основания храма 502 год. А сколько сейчас монахов здесь проживает? 16 человек, проходите, вон там мощи святого Саввы. Росписи это не так давно сделано, в 17 веке. Там они находились до 1204 года. В 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами. Да. А я сколько? И вот крестоносцы захватили Константинополь. Это кофе. Это сахар. Слушай, я в шоке, да. Что ж такое? Вынесем кофе. Обалдеть. And this happens. It's like you go through a period where you become so tired you can hardly make your legs move. And you have to go through this period to go beyond it. And then you feel somehow it gets easier. And then you hit another wall and it gets harder. And how is the feeling to disconnect from the modern? Святой Савва. Дир Марзбай, монастырь Святого Савва. Илья, прием. Да. Срочно довольно. Иначе набилку залечить. Вчера. Дай подожди. И что с Антонием это было? А?
Товарищи, мы сегодня пьем... Господа, сегодня вы участники, соучастники моих 10 тысяч километров. Да. Каждое есть свое, это... Как сказать? Маленькие достижения. Достижения в этом деле. Да, я Сашке тоже там. Игорь, молодец. Сейчас. Говорил Йони, пусть он там полетит. Он молчит. Перегончик. Такой приятный. Особенно, когда поджимает время. Из-за многочисленных поломок мы заходим в ночь. Не успеваем закончить маршрут в светлое время. Но фонари у нас есть. Будем пробираться в темноте. Такие красивые сумерки.